Здравствуйте. Уроки финансовой грамотности в Алтайском крае продолжаются на этот раз. Методические рекомендации и консультации готов дать Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. Здравствуй, Дмитрий. Добрый день. Итак, география проведения вот таких семинар-совещаний. Насколько часто вы принимаете в них участие и как часто вообще вы приезжаете в Алтайский край, чтобы вот проконсультировать? Нет, Алтайский край, конечно, я бываю не часто, я был несколько лет назад. География очень большая. Самая восточная часть – это Томск-Барнаул. Самая западная часть – Калининград. Это связано с тем, что в основном рынок финансовых услуг у нас сосредоточен в густонаселенной части страны, ну и, соответственно, проблемы, которые возникают с защитой прав потребителей, с повышением финансовой грамотности, касаются многих людей, и мы стараемся такие семинары делать по всей стране, не только в Москве и Санкт-Петербурге. Дмитрий, ну вот к тому вопросу, что страна у нас большая и проблемы разные, я бы сказала, все это зависит от региона, мы вернемся немножко позже, а вот сейчас я хочу спросить о том совещании, которое пройдет в Барнауле, какие организации и ведомства участвуют и какие задачи они вообще должны решать в финансового просвещения жителей региона? Задача очень простая. Достаточно большое количество людей не знают, каким образом им выйти в условиях кризиса из закредитованности. И первая задача, которая стоит перед участниками, подумать, чем органы местного самоуправления, органы краевые, федеральные структуры на местах могут помочь людям, которые не рассчитали свои финансовые возможности, набрали кредитов и сейчас не могут обслуживать. Как можно эффективно использовать институт банкротства физического лица? Потому что, как правило, вся эта история с закредитованностью заканчивается банкротством. Будет Роспотребнадзор, как я уже сказал, будут представители муниципалитетов, местного Минфина, коллег из Банка России. И наша задача подумать, каким образом государство, так в целом, если говорить, общественные организации, которые тоже будут приглашены, могут помочь вот самой уязвимой части населения закредитованным. Это не только и не столько рассказ о том, как правильно брать кредиты и гасить, а вопрос, как выходить в кризис из вот того давления, которое часто испытывают семьи, платя огромные проценты по кредитам. Дмитрий, вот мы сейчас с вами говорим о том, что в этом могут помочь не только ведомства, какие-то структуры крупные, но и общественные организации. Сейчас можно найти любые объявления, помогу погасить долги, помогу избавиться от кредитной задолженности. Вот насколько квалифицированную помощь сейчас оказывают общественные организации? Можно ли доверять решению вот таких серьезных финансовых проблем своих каким-то частным лицам? Или стоит лучше дождаться официального ответа от какого-то ведомства, от какой-то организации крупной? Очень правильный вопрос. К сожалению, большинство объявлений «избавлю от долгов» — это мошенничество. Потому что в основном единственный правовой выход выйти из этой ситуации — это вместе с арбитражным управляющим, входящим в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, подготовить заявление о банкротстве, подать это заявление в арбитражный суд и надеяться на то, что в течение полугода суд это дело рассмотрит и вас признают банкротом. Ничего позорного в этом нет. Вам оставят, если это не ипотека, жилье единственное, если оно у вас единственное, его никто не забирает. Вам оставят минимальные деньги, но при этом вся задолженность будет списана. Конечно, вам, может быть, придется продать машину, какую-то часть имущества, но в любом случае это лучше, чем бегать от судебных приставов, конечно, чем бегать от коллекторов. И все другие схемы, связанные с выводом имущества, незаконны. Более того, если вы пойдете на это и продадите что-то тайно, вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому мы советуем людям избегать вот такой агрессивной рекламы, связанной с тем, что мы вам поможем списать все долги. В основном эта схема незаконна. Вы останетесь и с долгом, и понесете траты на вот этих юристов-мошенников. Вот, пользуясь тем, что вы у нас сегодня в студии присутствуете, хотим получить их консультации для большинства наших телезрителей и для себя тоже. Вопрос такой, что больше всего загоняет людей в бедность? Что больше всего отражается на материальном состоянии? Наверное, наше поведение, потому что, конечно, мы, как все потребители, хотим все и сразу, и как правило, у нас нет накоплений. Вот первое правило, которое должно быть, 10% дохода откладываем.
небольшой, стараемся все равно 10% отложить, избавляемся там от вредных привычек, сэкономленные деньги откладываем. Второе правило, если вы хотите что-то купить, ваша долговая нагрузка не должна превышать 25% семейного бюджета. То есть если у вас на семью 40 тысяч доход, две зарплаты по 20 тысяч, все здоровы, слава богу, все молодые, сильные, здоровые, нет каких-то критической ситуации, вы можете взять в кредит такую сумму, чтобы отдавать в месяц не более четверти. То есть это порядка 8 тысяч, вы можете, 8-10 тысяч, это максимум, та долговая нагрузка, которая не будет ваш семейный бюджет там сводить вот просто там на хлеб и воду. Ну, поэтому, мне кажется, да, это огромными буквами должно быть где-то зафиксировано у каждой семьи. Десятину отложи, десятину отложи, старайся ее накапливать, не рискуя этими деньгами. Используй достаточно простые формы сбережений. Это банковский депозит, который будет застрахован. И не гонись за лишними покупками, понимая, что любой кредит придется возвращать, а обслуживать кредиты огромные достаточно трудно. Вы правильно сказали, мы хотим все и сразу, а когда тебе еще и дают такую возможность, да, там, займы до зарплаты, да, и какая-то микрофинансовая организация, которой можно принести паспорт, и тут же тебе дадут вот ту самую сумму, которая тебе, вот нужна сиюминутно, да, на какую-то интересную вещь. Но это еще что? У нас есть отдельная категория пенсионеры, которые, собственно говоря, могут еще и забывать о своих долгах, да, забывать регулярно носить. Вот давайте вот об этих финансовых капканах скажем, мы совсем стороной обходим микрофинансовые организации. Мы стараемся обойти стороной, мы стараемся уберечь свои, если это пенсионеры, мы стараемся уберечь детей. Потому что, как правило, по этим микрозаймам платят люди из пенсии, родители платят, в конце концов. Потому что они выдают деньги всем, ставки сейчас в районе 700% годовых. Трагизм ситуации. Нужно помнить об этом. Обходите эти конторы за 2 километра и ни в коем случае не занимайте этих людей. Не случайно в конце января был беспрецедентный случай. Патриарх Кирилл в Государственной Думе обратился к депутатам и сказал, сделайте что-то, потому что есть люди, которые наживаются на чужом горе. Мироедами он назвал. Вот появился такой термин, мироеды. Вот это микрофинансовые организации, это мироеды, которые пользуются финансовой неграмотностью, пользуются сложным финансовым положением людей. В конце концов, вгоняют семьи в большие проблемы, потому что обслужить кредит 700 годовых не может никто. И да, мы как это раз... даже для бизнесмена очень сложно, не говоря уже о среднестатистической семье. Мы надеемся, что в течение ближайшего там, месяца у нас будет заседание Госсовета с Путиным. Да, я хотела узнать, может быть, что-то решено, какие-то будут меры пресечения, по крайней мере, деятельности. Мы говорим о том, что, конечно, деятельность таких организаций должна быть запрещена, кредиты должны выдавать банки. Вот в банках такого ростовщичества нет. Я напомню, что старуха-процентщица кредитовала Раскольникова где-то под 120% годовых и была общественно осуждаема. Ее там никто не любит, кто читает «Преступление и наказание». И автор так ее описал. У нас сейчас 700 годовых в центре города, пожалуйста, бери. И не одна организация, а несколько у них еще и конференция. К сожалению, Барнаул вот на четвертом месте по объемам и в России. И это очень серьезно, потому что вот эти все истории заканчиваются повышенной нагрузкой на домохозяйство. Люди отдают по кредитам практически там 50-70% своих доходов. Так долго продолжаться не может. И в основном все эти истории заканчиваются неплатежами и, соответственно, звонками, обращениями коллекторов. Да, признать себя банкротом пенсионеру еще, мне кажется, так же сложно, как и выплатить 700% годовых. Хотя это не так страшно по сравнению с тем, что вот ожидает, если вы вот эти долги наращиваете. И держите все в себе и никуда не обращаетесь. Да. Дмитрий, к сожалению, время беседы ограничено. Спасибо большое за те консультации, которые мы сегодня от вас получили. Удачного проведения семинара. Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Дмитрий Янин, представитель правления Конфедерации общества потребителей. До встречи.